Эти кадры со встречи президента футбольного клуба, главы «Новороссийска» с руководством, тренерским штабом и игроками «Черноморца». С момента матча с московским «Спартаком» в 1/16 финала Олимп-Кубок России прошло меньше недели. Поблагодарив «Белосиних» за красивую игру и подаренный жителям города-героя праздник, Игорь Диченко практически сразу же перешел к еще одной теме, уже менее приятной – неудовлетворительному состоянию футбольного поля на стадионе «Центральный». Именно о нем, наряду с самим матчем, говорили в прессе, социальных сетях игроки московского «Спартака», болельщики обеих команд. Именно тогда Игорем Диченко было принято решение о его ремонте. Поле мы сделаем однозначно, приведем его в тот вид, который был год назад. Оно идеальное было, лучшее поле, конечно. Немножко стыдно за это поле, но обещаю, что поле восстановим, и футболистам будет уже комфортно на этом поле, и, конечно, будем поддерживать. А это уже кадры со стадиона «Центральный», снятые сегодня. Решение президента футбольного клуба «Черноморец», главы «Новороссийска», воплощается на практике полным ходом, причем в прямом смысле этого слова. Благодаря выделенному финансированию из городского бюджета и рекомендациям профессиональной футбольной лиги России, в «Новороссийск» вместе со своей спецтехникой приехали специалисты московской фирмы «Спортгазон», вот уже более 20 лет занимающиеся строительством, эксплуатацией и обслуживанием футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием и работающие с многими командами премьер-лиги. С вашим полем, ну, в принципе, я первый раз увидел как бы достаточно не очень приглядную картину, то, что было, когда был здесь кубок страны, играли со «Спартаком». Затем я приезжал сюда как бы по приглашению руководителей клуба. Для того, чтобы привести поле в хорошее состояние, нужно подсев специальными видами сеялок, да, специальными семенами, которые необходимы именно вот для вашего климата, потому что у нас все-таки здесь Черноморское побережье, да, жаркий, влажный климат. Здесь не все семена, какие, например, мы используем в центральной части России, там, на Урале, там, в северных местах, здесь немножко другое. Они есть, мы их привезли, как бы мы будем использовать два вида сеялок и приведем, вскроем немножко верхний слой, чтобы поле дышало, потому что оно немножко спрессовано. Как бы его надо немножко разрядить. И специальная техника для этого есть, которая используется. Мы это все сделаем. В принципе, по времени это достаточно небольшой период времени. Поле будет выглядеть ровным, зеленым. И в дальнейшем мы дадим рекомендации тем, кто обслуживает здесь поле. Есть специально памятки для этих вопросов, для того, чтобы правильно в дальнейшем содержать. Вместе с гостями «Новороссийска» на поле стадиона «Центральный» сегодня и хозяева. Ход работ по ремонту поля контролирует заместитель генерального директора клуба. Мы заключили договор с техническим надзором нашим. Поэтому помимо нашего контроля, их будет контролировать еще и технадзор. Все согласно гранд-сметам, то есть все официально, все прозрачно, все видно. Все уже расписано, все виды работ. Плюс, конечно же, у нас есть специалисты и местные, которые понимают и разбираются, как это должно происходить. Поэтому контроль происходит ежедневно. Вот сегодня с 8 утра мы здесь. Для того, чтобы дать футбольному полю стадиона «Центральный» вторую жизнь, специалистам фирмы «Спортгазон» необходима еще неделя, после чего они займутся обустройством поля на тренировочной базе команды. Ну а оценить новое поле игроки «Черноморца» смогут сразу после окончания перерыва во втором дивизионе первенства России. Первая домашняя игра пройдет 6 апреля. «Белосиние» будут принимать у себя «Краснодарский урожай». Юлия Сапковская, Денис Ротарь, «Новая Россия».